Впервые мантра «Сотрудничайте с нами, иначе вас будут продолжать взрывать» была полномасштабно отработана путинской пропагандой и ее зарубежной агентурой после теракта братьев Царнаевых на бастонском марафоне. Любой американский прокурор, журналист, политик, пожелавший узнать правду о теракте Царнаевых, мог бы убедиться, что бостонский взрыватель был давно заряжен. Старший Царнаев, прежде чем совершить теракт, 8 месяцев провел в России в 2012 году под чутким контролем ФСБ. Человек, дважды названный Москвой в переписке с Вашингтоном-исламистом, не скрываясь, отправился из США в Россию не лесными тропами, а через аэропорт Шереметьево. Царнаев никогда не решился бы это сделать, если бы не был абсолютно уверен, что в России он будет в полной безопасности, что он едет к друзьям и кураторам, которые благополучно отправят его обратно в США на встречу с его судьбой. С тех пор послание «Сотрудничайте с нами, или вас будет продолжать взрывать в ваших домах и на ваших улицах» регулярно посылается из Москвы после каждого крупного теракта в США, Франции и Германии. Кремлевская мафия открытым текстом предлагает Западу крышу от дальнейших терактов. Условия этой крыши и суть назойливо навязанного Кремлем Западу сотрудничества формулируются предельно откровенно. Новая Ялта, раздел сфер влияния, признание исключительного доминирования Москвы на территории бывшего Советского Союза. Постсоветское пространство должно оставаться под братским контролем Кремля, чтобы ни одна из его стран не посмела вырваться из цепи посткоммунистических воровских паханатов и тем самым стать крайне нежелательным примером для граждан России. Запад должен быть до такой степени запуган, соблазнен, растлен, чтобы не только не поддерживал бы беглянок Грузию и Украину, но под конвоем возвращал их обратно в зоны привилегированных интересов российской клептократии. Таковы цели, объявленные Путиным Западу гибридной Четвертой мировой войны и сформулированы же им же условия капитуляции Запада. Путин в 1999 году пошел на взрывы домов России, чтобы прийти к власти. Путин с Бортником в 2012 году послали Царнаева-старшего в США, чтобы доходчиво внушить американцам мысль о необходимости сотрудничества с Кремлем. Обамовская администрация, прекрасно осведомленная об обстоятельствах бостонского теракта, не осмелилась взглянуть правде о его организаторах в глаза и ответить на этот вызов, потому что слишком чудовищна была эта правда и слишком ответственных выводов она требовала. Основной целью последовавшей затем кремлевской операции «Трамп наш» было усадить в овальном кабинете полезного буржуазного идиота, готового как попугай каждый день повторять «We need Russians, нам нужны русские для совместной борьбы с исламским терроризмом». Оглушительный успех «Трамп наша» парадоксально стал колоссальным провалом Кремля. На Лубянке совершенно не понимали и до сих пор не понимают политического устройства Соединенных Штатов. США – развитая демократия с многоуровневой системой сдержек и противовесов. Победа Кремля оказалась первой. Сопротивление пропутинским симпатиям Трампа обозначилось с самого начала, а его угодническое по отношению к Путину поведение на их первой встрече в Гамбурге стало последней каплей для американского политического истеблишмента. Принятый почти единогласно Конгрессом и крайне неохотно подписанный Трампом 2 августа закон о санкциях «An Act to Counter Aggression by the Government of Iran, Russian Federation and North Korea» – это объявление вне закона как преступного сообщества всего российского политического руководства, которое аккумулирует в Соединенных Штатах свои награбленные в России сокровища. Финансовая разведка США поручается в течение 180 дней выявить все активы, принадлежащие верхушке российского правящего класса, начиная с Путина, и обнародовать эти данные. После чего ко всем членам преступного сообщества будут применены действующие в США законы по борьбе с отмыванием капиталов, нажитых преступным путем. Это принципиально новый характер отношений США с путинским клептократическим режимом. В гибридной мировой войне наметился явный перелом. Никакой Ялты не предвидится. Петля санкций, включая конфискацию путинского триллиона, буквально затягивается на шее кремлевских клептократов. Надо срочно менять динамику поведения. И Путин, как азартный игрок,
бросает на кон свою последнюю карту. На сцене появляется весь в белом его превосходительство, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, генерал армии Анатолий Иванович Антонов. Как военный преступник, включен в санкционные списки Евросоюза, Украины, Канады. Задача его превосходительства – резко повысить уровень политического шантажа. Отныне господин посол будет принуждать страну пребывания к Ялте и к гарантиям неприкосновенности кремлевского общака уже не угрозой появления новых Царнаевых с самодельными бомбами, а перспективой ядерного апокалипсиса в американских мегаполисах. В двух своих дебютных выступлениях на встрече World Affairs Council в Сан-Франциско 29 ноября и в Стэнфордском университете 1 декабря товарищ генерал навязчиво продавал американской аудитории влияние Москвы на северокорейское руководство, вновь и вновь возвращаясь к мысли о том, что без содействия России США не смогут обезопасить себя от северокорейской ядерной угрозы. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и второй крупнейшей ядерной державы. Мы готовы предложить свою помощь в переговорах с КНДР, поскольку тоже обеспокоены растущим ядерным потенциалом Северной Кореи. Ну, что касается влияния Москвы на Пхеньян, то кто бы сомневался? Крым Путин лично выступает неутомимым лоббистом на международной арене ракетно-ядерной программы Ким Чен Ына. Траву будет есть, но от своего сакрального права уничтожить Нью-Йорк с Вашингтоном не откажется. А с каждым новым взлетом северокорейской технологической мысли у экспертов остается все меньше сомнений в российском обеспечении стремительного прогресса Пхеньяна последних лет. Лубянская операция «Ядерный офшор» является по-своему гениальной. Подложив американцам межконтинентального ежа в штаны, Москва через 55 лет после кубинского кризиса снова расставила на доске фигуры, проигранные ее тогда партии, но на этот раз в гораздо более сильной для себя позиции. Она ведь не несет теперь никакой ответственности за действия своего ядерного офшора. Она может лишь великодушно предлагать США свою помощь. Первым заявлением Джона Кеннеди в дни кубинского кризиса были слова: «В ответ на ракетный удар с территории Кубы США нанесут полномасштабный ядерный удар по Советскому Союзу». У Хрущева не хватило тогда наглости ответить: «Мы готовы предложить вам свою помощь, господин президент, в переговорах с Кубой, поскольку тоже обеспокоены ее растущим ядерным потенциалом».